хочу вам дальше показать удивительно. Образ Успения Божьей Матери, он понятно, здесь у нас престоль не свой. А удивительнее просили, не говорите Бога о нас. Стране нашей Российской, Польского Кремля. И невозможно было бы себе представить этого сегодняшнего праздника, этого дивного радования и подарка, если бы 2 года тому назад серьезным и ответственным призывом, обращенным ко всем нам, жителям Тульской земли, не прозвучал по-граждански ответственный и по христианской совести взволнованный голос вас, Владимир Сергеевич. Дорогие, сегодня мы не только отмечаем День города, День области, но для тех, кто не представляет сегодня здесь на площади, очень важный и важный день. Тульский Кремль возвращается в Тульскую область. Туляки всегда мечтали, чтобы у Тульского Кремля, у его Успенского собора был возвращен голос. Колокольня была построена в 1777 году, в год создания губернии. И сегодня, освящая посозданную на ваши средства колокольню, мы возвращаем голос не только Тульскому Кремлю, мы возвращаем голос Туле, Тульской области. И пусть воссозданная колокольня, реконструируемый Кремль будут началом воссоздания величия Тульской области и ее столицы, города-героя Тулы. С праздником вас!